Чешуйки! 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 Чешуйки. Жесть! Что они тут делают? Какого черта они здесь делают? Может быть, без драки обойдемся? Ну, я думаю, не обойдемся, да. А по-любому придется с вами драться, да. Ну, ладно. Можно я вам туда люлей быстренько надаю, чтобы самое. Нет. А, они умер. Они сами умирают, что ли? На. Получай. Они не умирают. Я что-то правильно делаю, да? Оп. Привет. Умри. Кремень. Все? Кончились? О-о-о, это... Плохой знак! Очень плохой знак! Жесть! Месиво, господи! Нет! Ого, их там! Господи! Уйди! Все, кончились? Нет, не кончились. Слышь, еще. Жесть! Просто жесть. Вроде все. Вроде кончились. Обалдеть. 41 штучка железа, и вот расплата. Как бы в этом мире ничто не бывает так легко, да? Мне сказали. О, еще железо. Или бывает. Я не хочу, чтобы на меня сверху никто упал. Поэтому давай сделаем вот такую вот фигнюшку. И вниз я падаю тоже не хочу. Поэтому вот так. Только так. Да, зомби? Только так. Извини. В следующий раз с тобой увидимся. А я пока пошел наружу, потому что мне... С меня хватит. Хватит это терпеть. Так вот надо. Это нас. Это как-то вот. Вот так вот, наверное, я думаю, нет. Вот так вот. Все. Я наверху. Никто меня не трогает. Потому что я подписал декларацию о независимости. Хотя я не знаю, как это вообще здесь связано. А тут темно. И мне страшно. А, тут зомби. А, я услышу. А, не поймаешь. Не поймал. Все. Лососня! Да. Извини. Извини, прошу прощения. А, господи, еще один. Зеленозадый. Ты не идешь за мной, не идешь. Все, не иди. И не надо. Не идешь и не надо. Ну, никто не идет, и ты не иди. Ну, это ж правильно, думаю. Это определенно, это правильно. Все, оставлю здесь факел и пойду. Места. Перед сном места. Хотя нет, надо. Вот так вот добегу, чтоб. Так, привет, пацаны. Доброе утро, доброй ночи, спокойной ночи. Всех целую, люблю, чмоки-чмоки, спать. Фух, жесть. Ну, прикольно. И ведь самое главное, что я нашел просто дохренища. Просто дохренища железа. Очень много. Прям настолько много, что прям очень много. Да. Именно так я это и опишу. Все. Класс. Все, дом готов. Теперь это мой домик. Это мой суровый гангста-домик. Моя хатка. Охапка. Ну, вот. Как-то так получилось у меня. А еще хочу сделать себе такой небольшой садик, где у меня будет вот так вот водичка, вот так вот, наверное, треугольничком. А здесь 4 такие блока песка, и на них будет расти тростник. Прикольно было бы. Это будет там внизу. Пауков я не убил. Кстати, у меня есть порох. Можно сделать, ну, один запал ТНТ. Не запал. Можно сделать одну шашку динамита. Окей, это делается по-другому, я вас понял. Это тогда надо сюда, это надо сюда, это надо сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Вот, да. Динамит. Прикольно. А еще нужно сделать эту зажигалку, да? Так, и железка будет одна штучка. Не, ну прикольно, теперь у меня есть динамит, у меня, можно сказать, что есть броня. И, кстати, я хотел сделать одну прикольную фишечку, которую... Я не сказал, потому что это не снимал. Когда я не снимал, бегал здесь за ресурсами, чтобы постоянно не прыгать здесь, я сделал где-то дорожку.
вот она дорожка. Вот, и здесь цветочки. Я хочу, чтобы здесь были еще и травка вот такая была классная. Мне прикольно было бы. Вот так вот, чтобы она типа заросла, и я здесь такой хожу по заросшей тропинке. Давай еще парочка. Так, вот можно... О, цветочек красивый. А, где тут еще много не заросло. Вот тут вот. Да ладно, ты издеваешься. Чтобы все было в траве. Да, вот это теперь... Вот теперь классно. Теперь это смотрится реально красиво. Да. А, паутина. Мой будущий лук. Ты. Слышь, ты сюда иди. Слышишь? Ты. Я подойду. Но если я подойду, ты гребешь, ты это понимаешь? Даже не выстрелил. Оп. Нормально. Ну, вот, в общем, вот. Ну, вот, в общем, моя лесенка, короче, вот она. Вот она, вот тут. Вот. Если я не знаю, что-то было тут, наверное. Вот так вот просто забираешься. Ну, красиво, по-моему, получилось так. Типа естественная лесенка. Типа трава, листочки, тут цветочки всякие. Прикольно. Вот. Привет. Ну вот, осталось только получше все делать. Я думаю, это будет моя спальня. Или где-нибудь, я не знаю, отделить как-нибудь попробовать. Это будет как бы... Вот тут отделю. Здесь у меня будет моя спальня. Или как-нибудь по-другому отделю. Не знаю, или вот так вот можно отделить. Да, сейчас я этим займусь сейчас. Так, это сюда надо положить, это вот это взять надо, это тоже взять надо, наверное. Ага. Какая ситуация. Если отделить вот так, то получится, что я задену здесь стекло, оно мне нужно. А можно сделать, отделить вот так можно. Вот нет, вот отсюда. Вот так вот, можно с колонной отделить. Дилемма. Ну, по-моему, самое лучшее решение, это отделить вот так вот. Потому что здесь проходит такая вот грань. И здесь места будет более-менее 3 блока. Это больше, чем 2. Вот как могло быть тут. И дверь будет где-нибудь вот тут вот. Все. И факелов назад расставить, чтобы было не так темно. Вот так вот. Да, классно. И дверь, дверь. Я теперь сделаю хорошую себе красивую дверь. Прям классную дверь. Прям будет... Все будут знать, что это моя дверь. Сейчас сделаю так вот и вот. Вот, старая, добрая, деревянная дверь. Ну, вот так вот пусть будет. О, классно смотрится. Эти две двери, если честно, я бы тоже заменил на обычные, потому что, ну, они мне не нравятся. Они цвета какуль. Цвета Несквика, цвета шоколада. Хотя у меня весь дом цвета шоколада, но... Не знаю, мне хочется какого-нибудь белого шоколада. О. Во! Вот теперь кайф, вот теперь да! Да. А теперь это мой дом, обалденно. Так, это что такое? А, это... Это мне вот так вот, типа... Типа модно, типа... Хэштег мода. Хэштег прикольно, хэштег красавец. Много хэштегов. С углем пока что вроде норм. Да, железо, плавь. Сделай мне один слиток, и я пойду что-нибудь взорву. Хотя нет, я это взорву попозже, потому что сейчас мне взорвать нечего там. Заберусь на глубину и взорву. Да. А нет, спущусь там, где чешуйки были, и там взорву. Мало ли там что-нибудь такое прикольное. Так, глазик, дверь. А, это не надо. Паутинка. О, я могу здесь сделать теперь и лук, и зажигалку, и динамит. Обалденно. Обалденно. Лук и зажигалка. Отлично. Чпок. Ну-ка. О, прикольно. Классно. По-моему, классно. Окей, теперь у меня есть лук. У меня есть стрелы. У меня есть огниво. Да. Классно. А где огниво? Вот оно. Флинт и стиль. Камушек и железка. Кремень и железо, да, наверное, как оно переводится, я не знаю, стил. Анька? Нет, это... Не то немного. Только что заметил такую фигню. Я думаю, вы сейчас тоже заметили. Там вот не хватало мне немножечко этих полублоков. Сейчас все поправим, сейчас все будет. 6, а может 6 и хватит, я не знаю. Или там как настоящее западло будет 7. Нет. 8. Это в корне меня дело. Угу.
Чпок-чпок. Во, теперь нормально. Вот здесь хочу такую картину большую повесить. А здесь мы будем ставить кровать. Все, теперь я не буду спать в прихожей. Все, отдай мою кровать. Теперь я буду спать. Где я буду спать? Я буду спать здесь. А вот здесь я поставлю. Мне нужны факела. Мне нужны факела, ребята. Срочно нужны факела и что-то еще. Что-то мне нужно было. Вот эти вот блоки. Здесь меня. А, нет, здесь мне достаточно. Здесь мне достаточно светло. Кстати, да. Пусть будет вот здесь вот такой вот кусочек света. Или даже вот сюда. А остальные здесь они не очень нужны на самом-то деле. Вот так вот будет. Вот так вот будет вполне достаточно света. Поставлю здесь. Поставлю здесь. Нет, даже вот здесь поставлю, да, чтобы красиво было. Да. А, можно поставить даже где-нибудь здесь. Можно даже поставить где-нибудь, к примеру, здесь. Или не здесь, можно поставить, к примеру, где-нибудь здесь. Нет. Ладно, в общем, оставлю как есть. Ладно, оставлю как есть. Или здесь. Ладно, все. А где мне тут темно еще? Здесь светло. Здесь тоже светло. Мне вот тут как-то темновато, не? Кажется? Вот так вот. Все. Теперь красиво. Теперь реально красиво. Угу. Прикольно. Что мне там с железом? Ууу, сейчас я сделаю себе такую железную броню. Все ж ахнут. Так, и штаны. Мои железные кальсоны. Так, ботиночки. Это у меня будут такие... просто погулять сапожки. Классно, еще раз классно. Все, теперь я полностью вооружен. Не хватает только топора и мотыги. В следующий раз буду делать это самое. Эту, как там ее? Ну, эту, да. Грядку, во. Все, я здесь поставлю дом. Забыл кое-что, забыл. Забыл, еще одну штучку забыл, одну штучечку, деталечку, симпополечку, фигнюшечку, хренатулечку, одну штучечку забыл. Ну вот, теперь нормально, все, хорошо. Все, теперь все смотрится классно. Довольно классно, там, вот теперь хочу заценить, как он смотрится со стороны. Со стороны, да, со стороны. А, со стороны смотрится, да. О, шикарно. Очень шикарно смотрится со стороны, очень шикарно, очень шикарно. Очень, прям очень шикарно. А еще я не хочу занимать печку мясом, поэтому придется, знаете, немножко садистским способом. Но кролик, прости меня, кролик. Извини меня, что ты мучаешься, прости меня, тебя прошу, кролик. Кролик, извини меня. Так, а ну-ка, что-то не сдох. Кроля, что-то не сдох. Кроля, извини меня, конечно, но тебе надо сдохнуть. Так, ты мне выбросил только шкуру? Жадина. Просто жадина. Так, еще один кролик. Слушай, кролик, мне нужно твое мясо. Желательно жареное. Желательно сейчас. Желательно быстро. Животное, гори. Животное. Садист. Не садист. Ты гори ты уже. Сгори ты к чертям собачьим. Что это было? Кролики суицидники. Где ты? Где ты есть? Иди сюда. На огонь! Вот так. Наконец-то. Жареные! Да, шикарно. Все, теперь спать. Домой спать. Ух ты. Кусты? У меня здесь не было этих вроде кустов. Вроде мне этих кустов здесь не стояло раньше. Выросли, что ли? Может быть. Все возможно, все. Может один блок динамита здесь поставить как знак того, что я здесь. Нет, не буду я с ним экспериментировать, мало ли нагреется, взорвется. Не. Положу его на всякий случай обратно. Все, вот тут пусть лежит, все, пусть лежит. И первый раз придется затестить кровать. Это так, двери все закрыты на замке. Спокойной ночи, всего доброго. Так, я пошел спать, здесь тоже дверь закрыта. Шикарно. Шик. Обалденно. Очень классно, очень-очень классно. Фух. Ну что ж, вроде все,
Всем спасибо за просмотр, ребятки. Давайте подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Если вы хотите продолжение, ждите, ставьте лайк. Спасибо большое. Спасибо большое, что смотрите меня, ребят, мне очень приятно. Спасибо большое за поддержку, за лайки, за комментарии. Спасибо, ребятки. Всем удачи, всем пока. Все, вот так вот. Все.